А, это на какое такое собрание я попал? Это не собрание! Это новогоднее представление! Представление! Я уже смотрю, как представление. Я вот закрываю глаза и представляю, как вокруг меня много конфет, печенья, варенья! Нет! Представление – это когда песни, это танцы. Городском саду играет. Это веселье, это песни и танцы. Ты меня обидишь? Нет. Да ты знаешь, кто самый лучший певец в мире? Прошу любить и жаловать. Карлсон, который живет на крыше. Подарок. Ты прелесть, как. Мы сегодня верим с самого утра. И напеваем песенку про свои дела. Тайну? Да. Тайну какую? Я
Но? Слушайте. И вы, ребята, слушайте. Давай коробочку. На баране прыг да скок, целый день дрожит от страха, лишь в капусте знает долг, а зовут его... Собака. Собака! Ну какая же это собака? Лишь в капусте знает толк. Ребята, кто это? Заяц! О, это заяц! Ну насмешила баба-яга. И совсем не смешно. И вообще, я в такие игры не играю. Ну не играю, играю в такие игры. Я не играю в такие игры. А я вот играю, между прочим, в такие игры. И ребята играют. Вот давайте, ребята, посмотрим, как мы играем в веселые игры. Необычных серых кошки могут вся-вся, два-два-вся, но...